Шеф-повар Максим Григорьев. Курица в духовке с белым вином, овощами и травами. Сегодня я поделюсь с вами праздничным рецептом приготовления курицы. Это замечательное блюдо наверняка понравится занятым хозяйкам, ведь для того, чтобы его приготовить, понадобится минимум усилий, определенный набор продуктов, духовка и хорошая жаропрочная форма для запекания. Время приготовления – 1 час. Ингредиенты. Вино белое сухое 200 мл. Курица целая 1000 грамм. Лук репчатый 200 грамм рам. Масло оливковое экстра вёрджин 50 мл. Морковь 200 грамм рам. Розмарин свежий 5 грамм. Смесь перцев 2 чайные ложки. Соль 3 чайные ложки. Тимьян, чабрец, свежий 5 веточек. Уксус бальзамический темный 50 мл. Шаг 1. Подготовьте необходимые ингредиенты, порционные куски подготовленной к кулинарной обработке курицы, морковь, лук репчатый, белое сухое вино, бальзамический уксус, свежий тимьян, свежий розмарин, оливковое масло, соль и смесь перцев. Шаг 2. Нарежьте морковь тонкими ломтиками, лук – тонкими полукольцами. На дно огнеупорной, лучше всего керамической, формы налейте 1 столовая ложка масла, сверху разложите овощи, а на овощи положите кусочки курицы. Посолите и поперчите. Шаг 3. Добавьте веточки свежих трав, полейте все бальзамиком и остатками оливкового масла. Отправьте в разогретую до 190 с духовку на 1 час. Шаг 4. Курица с белым вином, овощами и травами готова. Удалите травы и подавайте курицу к столу горячей, вместе с овощами и получившимся винным соусом из формы. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.